этой зимой, весной и осенью. Собираться на улицах запрещено. Появляются все новые очаги простуды и гриппа. Более 100 тысяч зараженных. Достаточно одного контакта. У меня есть объяснение. Но оно вам не понравится. Вирусные токсины являются основной причиной ухудшения самочувствия у населения. Вы не понимаете, вирус эволюционирует! Я абсолютно здоров. Бороться с ним обычными средствами невозможно. Мешает вирусная интоксикация! Эпидемия неизбежна. Полиоксидонии. Не превращайте простуду в катастрофу.